Поскольку у нас здесь 4 мины должны стоять, а в этой области должна стоять одна мина, мы можем уже доставить 3 мины. Так, у этой двойки уже 2 мины есть, но минусы. У этой двойки... А, вот еще нету. А, да, здесь мин. Здесь 4 мины, значит, и остается всего 3 места для мин. У нас уже одна мина стоит. Значит, здесь мы как раз можем уже поставить мины. Так, у этой двойки уже 2 мины. Мы можем минусы поставить. У этой двойки осталось 2 места для мин. Как раз и даже будет. Да. Так, это двойка, мы должны минусы поставить. Так, здесь тройка, с одной мины, как раз осталось 2 места, мы можем еще мины поставить. Так, у этой двойки уже 2 мины, можем минусы поставить. Три единицы, только 1 место для мины осталось. Так, минус поставим. Так, у этой двойки уже есть 2 мины, ставим минус. Так, у этой двойки 2 места осталось для мины. Как раз их надо 2 поставить. Так, у этой тройки уже 3 мины, ставим минус. Здесь не хватает 1 мины, как раз место для него осталось. Здесь должна быть 1 мина, а здесь 2. Как раз, значит, здесь мы ставим минус. Значит, у этой тройки уже 7 мины есть. Здесь 1 место для мины осталось. Так, у этой тройки осталось 2 места для мины, а там уже стоит. Значит, как раз мы тогда их поставим. Там, где единица сверху и четверка. Ой, да, здесь всего одна мина стоит, а мы как раз будем сюда поставить мину. И одну. Если мы сюда... Да, как раз сюда, потому что здесь надо 4 мины. Все. Замечательно.